этому юбилею много-много лет вы шли, вот, понимаете, очень красиво. Я бы сказала даже так. Почему? Потому что вы были, наверное, одной из лучших в своей профессиональной деятельности. А профессиональная деятельность у вас была как раз многогранна. Свой юбилей 75 лет встретила Любовь Васильевна Кизерова. Действительно, ее профессиональную деятельность можно по праву считать многогранной. Занимаясь краеведением с 1973 года, Любовь Васильевна собирала всю информацию об организациях, где работала – Ирбитском торге, системе социальной защиты населения, Совете ветеранов. Помимо этого, она активно старалась привлечь внимание городских властей к вопросу возрождения Сосновой рощи. А сегодня не дает забыть ирбичанам об истории старого парка. Именно поэтому свой юбилей она отметила в Государственном архиве. Любовь Васильевна, давний друг архива, она постоянно приходит нам в гости, на всякие встречи, на выставки, со своим клубом «Дружба». Они клуб краеведов, очень интересуются историей, то есть с ними постоянно интересно работать, общаться. Это действительно очень интересно. Вот. И еще у нас дело в том, что Любовь Васильевна сдала нам личный фонд свой. То есть она свои документы передала в архивный фонд. Так он у нас называется, Любовь Васильевна Кизерова, краевед. В этом фонде содержится много информации не только о ее личной жизни, но и о других интересных людях. Архиву Любовь Кизерова подарила 54 книги. И, судя по планам, фонд будет и дальше пополняться. Вообще, уже старенькая стою, поэтому, наверное, уже, может, и не получится, может, и не буду. Но материал собранный, да. Часть уже в архив отдала. Материал о социальной системе. Как она зарождалась в городе. Ей было уже 105 лет в прошлом году. Она нам постоянно пополняет свой фонд документами, такими и фотографиями, такими очень старинными, скажем так, 30-х годов, 20-х годов. Это очень большая редкость, и ей не жалко, она их аннотирует. Она, то есть, разговаривает, общается, делает фотоальбомы сама. И вот, допустим, я вчера заходила в научно-справочную библиотеку архива, чтобы достать ее книги. Полторы полки занимают только ее книги. Полки не маленькие. Это очень большое достояние, это очень большой вклад именно в краеведение, в историю Ирпита, ну, историко-культурную жизнь. Помимо сохранения истории нашего города, Любовь Васильевна уделяет много времени досугу людей, достигших золотого возраста. Нужно общение, чтобы люди не сидели в четырех стенах дома, а общались. Вот поэтому я привлекаю, еще других приглашаю, чтобы люди приходили. У нас вот сейчас 23-й год клуб. У нас там как раз будет 135 лет библиотеки. И было, значит, еще мероприятие, там, ну, стихи читать будем. Вклад Любови Васильевны как в историю нашего города, так и в жизнь ирбичан неоценим. Так что будем надеяться, что все запланированное ей получится, и пожелаем ей долгих и счастливых лет жизни.